Сколько вот можно... такой лизерцы а тоже. Сколько литр стоит? 180 тысяч. Может дешевле, может 70 тысяч. Мы пришли подключать интернет, наконец-то, и попали под такой проливной дождик. Сегодня 3 июня уже, Сереж. 3 июня сегодня. И вот такой дождь льется. Мы находимся на метро Чиланзар. Рядом с корзинкой и Шухратом, да. У дяди шляпа, ему не страшен дождь. Сниму своего красавчика, как он удивляется ташкентскому дождику. Расскажи, как ты удивляешься. Он у меня не уставший и не замученный. Удивляешься. Скажи, что ты себя хорошо чувствуешь. Я себя круто чувствую. Он не хочет домой уезжать от нас. Полторы минуты вам дождика сделаю ташкентского просто, чтобы вы насладились природой Ташкента. Смотрите, как капельки прыгают по асфальту.